Здравствуйте, друзья! С вами блогер Баба Таня. Я сегодня нахожусь словно в старинном городе Кострома. В этом городе, ребятишки встали в круг вокруг вот этой красивой, яркой, нарядной елки. Сейчас здесь будет представление, после которого мы увидим главных виновников этого торжества. Мы увидим Деда Мороза и Снегурочку. Вы из какой школы? Из какой гимназии? Первой. Первой гимназии. Помахали нашим ребятам ручками? Помахали. Здравствуйте, ребята! А теперь я проверю, какая из школы или гимназии у нас дружнее. Итак, приветствую гимназию номер один! А мне вашу ура! Еще разик! Я приветствую гимназию номер один! Ну-ка еще разик, я приветствую школу 38! Я приветствую гимназию номер 28! Молодцы! Молодцы! А теперь давайте все дружно поприветствуем наших гостей из Ярославля! 3-4, ура! Ура! Молодцы! Итак, спрашиваю, настроение у вас хорошее? Нет, это на троечку. Давайте-ка еще раз. Настроение у вас хорошее? Вот это на 5 с плюсом. А теперь ручки замерзли? А ножки? А мы с вами сегодня танцевать в елочке будем? Будем в ладоши хлопать. А как мы будем ногами топать? Молодцы! У нас сегодня необычная елка. К нам приедут сюда Дедушка Мороз и Снегурочка. А кроме них еще кое-какие гости. Пока тайну раскрывать не буду, сами увидите. Но пока они приедут, нам с вами нужно хорошо разогреться, размяться, чтобы вы были румяные, веселые, жаркие. Вы понимаете, когда вы дружно кричите, даже елочка начинает улыбаться и каждой веточкой качать. Вы, кстати, обратите внимание. Ну-ка еще раз. Приготовились, готовы?